Всем привет, ребят. С вами Курасан. Я их давно не выпускал видосики. И, в принципе, давно не стримил, да и видосиков было не очень много. Суть не в этом. Суть в том, то, что я хотел бы вам продемонстрировать один бой. Подставной бой, в котором я поучаствовал. Чисто случайно получается. Вроде как вот этот вот 5-минутный последний вроде записывал. Давайте посмотрим. Так, Т-34, защитник. Ну да, это он. Я на такие бои, конечно, редко попадаю, но я думаю, многие игроки попадали на такие бои. Многие. Да. Сразу скажу, что из них получается вместе, кто играл на постоянном бое, это получается Хельсинг, это нашу команду, а за их команду Проджета 46. Ник получается СТРВ, вот это вот ник, Театр клан, вот они сразу уже получаются. Так, Купро, так и нет, там тут другой. Там начинается. Я уже просматривал видео, я сначала внимания не обратил, я просто как бы играл, фармил серебришко. Просто бой вообще не результативный. Сейчас посмотрим, долго мне его. Вот, Рогу овощ пишет. Хельсинг пробовал, овощ пишет. Я пишу, что Рогер взял. Он пишет вот этому собрату, с кем играл по отчету, получается. Тем временем я иду на стандартную позицию. За приборочек с левой стороны около горки. Возвышенностью. Я всегда буду ездить на правую сторону, я никогда не ездил. И в принципе это не интересно. Наша команда в принципе вся здесь, кроме одного. Человечка. Так, сейчас посмотрим, что будет происходить. Вот с этим, кстати, я попадаю очень часто. Станет. В рейтинг я с ним часто попадаю, его запомнил уже просто. Есть. Триплекс установлен, обзор нормальный. Игрок Сенти у него ник, а это Станет. Ну, я сейчас буду отрабатывать. Танком с правой стороны, который находится в середине карты практически. Сразу скажу, мы здесь сольем, но сольем очень интересно. Мы останемся в пятером против этого Проджета 46. Вот это играет танк. Вот тут не обращаю внимания на ПТшку уже, но она увеличивается. Я ее хочу забрать, но у меня не получается, я попадаю именно туда, куда надо. В итоге Проджета танк забираю. Так, это вот как раз вот это у нас есть. Подставной челик, отрабатывай по леве, заряжает ресурска, удачно заряжает 109 дронов. Я ее добираю. Урон я мало в этом бою наношу. Самое интересное, смотрите. Мы остаемся, получается, в... Ну да, в принципе, мы в пятером остаемся против него одного. Смотрите, что будет дальше. Вроде бы все нормально пока. Вот все началось. Петушара, короче, что-то начинает уже там жалоба. Ну вот, смотри, предзачатку, мы наблюдаете. Вот, забираем нашего. Одного уже игрока забираем. Эту пану я не знаю, почему я это сделал. Я просто играл уже... Так, делать нечего, я уже ночью, я уже спать хотел. Вот. Ему осталось забрать троих, получается. Вот Хельсинг стоит АФК. Переписывает. Он не добирает. Едет и сушка. И сушка, в принципе, ни при чем. Забирает он еще одного игрока. Хельсинг стоит. Хельсинг стоит все еще. Прикиньте. Он переписывается. Я сначала вообще не понимаю, не удивляю, что происходит. Я только потом догнал, что происходило. Оказывается, они играли вдвоем. Потом после боя посмотрим, что у них там в статистике, что у них там по рейтингу. Хельсинг просто стоит. Он просто стоит. Он ничего не делает, он просто переписывается. Вот, стоит. Ему пофигу. Ему пофигу. А Исушка пытается и хочет забрать. Но у нее не получится. У нее не получится, это я сразу скажу. Мы тут, правда, сами тупанули. Ну, много таких сейчас подставных боев, но меня это бесит. Я, в принципе, подал уже в ЦПП на них. Я отправил видео, я отправил скрины. Вот стоят, просто вот все, стоит. Он в него не стреляет, я в него не стреляю, он начал стрелять. Он в него не стреляет просто.
нормально, но этот, ну это в принципе нормально, когда вы там хотите там 5000 рейтинга поднять, да, и с шин взять или что-то в этом роде, я не знаю, там сколько надо рейтингов, чтобы быть. Просто стоит. Ну так. Это по-любому вместе играть, там сразу по рейтингу будет видно, что они играют вместе. Это в любом случае. Видосик я хотел кому-нибудь отправить, я отправлял некоторым людям, но они не сделали, решил сам сделать. В принципе, раз пошел я на нем, но он мне уже, конечно, хочется, чтобы этих героев знали все и вообще бы их забанили, лучше аккаунты, они мешают просто нормальным игрокам поднимать, и таких в принципе много. Вот он забирает своего товарища, с кем играет. Возможно, их даже тут было не двое, возможно, их даже было тут больше. Возможно, даже и Сушка здесь тоже играет роль. Хотя, в принципе, не знаю, может, нет. Но в чате вы, в принципе, все наблюдаете, что происходит. А в чате происходит полный пиздец, грубо говоря. Ну, возможно, они вместе играют. Ну, не знаю, но сейчас просто и Сушка его... Опа! По нему, кстати, отстрелял, да, но она его не забрала. Это интересно, да? Ну, сейчас он заберет ее. И мы посмотрим после боя. Что происходит у них именно в статистике, да? Именно в статистике. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Я на это внимание не обращал сначала, но потом пристально на это все посмотрел. Давайте посмотрим Хельсинга первым, да? 20 тысяч боев, 1500 урона, 56% статистика, 4800 рейтинг, да? Угу. Смотрим следующего его друга, да? Ну, то же самое, 20 тысяч боев, статистика чуть поменьше, средний урон меньше, но рейтинг больше. В принципе, рейтинг одинаковый, да? Правильно? Рейтинг, в принципе, одинаковый. Ну, у меня, кстати, к тому времени 3700 было. Ну, я выше не могу поднять, у меня... То идет игра, то не идет игра. Тут как бы 4400 идут, 4600 идут, 4550. У всех, в принципе, рейтинг, я смотрю, выше, чем у меня. Средний рейтинг, я так понимаю, 4000 в основном у всех. Но суть в том, то, что эти недолюди, которые мешают играть нормальным игрокам, я бы хотел... Чисто я хотел бы, и мне кажется, это нормальные люди, которые не играют вдвоем, по отчету, да, правильно, не делать поставные бои. Хотят именно правосудие, чтобы таких игроков не было, и с такими игроками как бы вообще не хочется играть, потому что ты, во-первых, можешь также тупо каждый бой сливать, если они будут играть в каждом раунде и тупо подставляться там твои союзные игроки, которые играют по отчету со своими друзьями в противоположной команде, чтобы поднять тупо рейтинг, да? Ну, это как бы не то. В принципе, я все высказал, что хотел. Мне бы интересно было почитать ваши комментарии под видео. Просто интересно, да, какое ваше мнение, что вы скажете по этому поводу, как относятся к этому вообще разработчики. К игре. Ну, как бы они мне написали, там, получается, мы, ну, в ЦПП, я в виду имею, вот Блиц, что мы примем все меры, но мы вам не скажем, типа, это засекречено, мы вам не скажем, что мы с ними сделаем, но мы предпримем меры. Это так же, как Единая Россия, да, мы предпринимаем меры, но мы ничего не делаем. Так что примите к сведению, да, я, в принципе, все высказал. Жду ваши комментарии. Лайки, не лайки, это мне не важно. Самое главное... под видео комментарий написать, что вы думаете по этому поводу. Мне будет интересно. Всем спасибо за просмотр. До свидания, еще увидимся, ребята.